Ивановским семьям приходится несладко. К таким выводам пришли аналитики агентства РИА Рейтинг. По шкале благосостояния семей 2018 наш регион находится в замыкающей десятке. Рейтинг рассчитывали по остатку денежных средств семьи после минимальных расходов. В качестве наименьшего уровня затрат использовали региональный прожиточный минимум. В лидерах благосостояния Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва. Там остаток составляет от 83 до 100 с небольшим тысяч рублей. А вот для ивановской семьи с двумя детьми при средней заработной плате после минимальных расходов остается всего 5 500 рублей. Еще меньше остаток в Республике Дагестан, Псковской области и Кабардино-Балкарии. По данным экспертов, в целом достаток семей с детьми в большинстве регионов России повысился, но разрыв между материальным положением богатых и бедных регионов по-прежнему большой и продолжает расти.